почти готовы заниматься серьезно программированием. Сейчас подошли к этапу, когда нам надо уже вести записи, которые нам нужно, и чтобы больше ничего не утерялось. Я напомню, значит, в файле, который будет в описании видео, добавлены три пункта. Это в разделе будет OrgMod. Три пункта. Первый – выделение нескольких слов. Можно будет жирным выделять, жирным, там, курсивом и так далее. Далее, если эта функция закомментирована, то вот эти будут сразу. Видите, не видно вот этих вот палочек. А если убрать ее, то будет видно. Можно вручную, кому как удобно. Пока я поставил так. И третья функция, вы видите, что появилась там красная. Я тут не заморачивался. Красная, желтая. Это вы уже сами себе поднастроите. Но это вариант раскраски. Да, я просто вот как было, как увидел, так и сделал. Может, кому-то понадобится, да, чтобы было красивее. Это надо будет добавить. Запишем. Добавить. Так, не до конца. Добавить. User config. Так, вы поняли, да? Сохраняем. Все. А вот теперь давайте работать с аджендой. То есть у нас больше ничего не должно растеряться, потеряться. Иными словами, адженда – повестка дня. Нажимаем пробел А и смотрим, да? О, видим, да? Орг. И дальше опять смотрим глаза Org Agenda List. А, вот он появился. Текущий день и так далее. Пока она пустая. Но давайте его оживлять. Вообще вариантов много. Когда поищите, кто-то списки добавляет, чтобы сюда добавлял. Сейчас поймете, о чем я говорю. Но мы пока научимся добавлять самое простое вручную. Надо — файл добавили, не надо — убрали. Поэтому я пока закрываю Ctrl-X 0. Дальше. Теперь откроем мини-буфер. Нажмем два раза пробел. Для того, чтобы добавить и узнать горячие клавиши, это для вас я, да, введем org agenda в файле. И вот она появилась вверху. Самая верхняя от agenda файле, то front. А горячие клавиши здесь написано запятая и скобка. Очень простые. Посему я нажимаю Escape и добавляю этот файл, именно guide. А вы сейчас смотрите вот сюда вниз, что будет происходить. Итак, я нажимаю запятую и вижу меню. Вон второй ряд сверху и есть скобочка, посмотрите, квадратная, да, левая. Org agenda file to front. И добавляю внизу move to front of agenda file list. Теперь он будет отслеживаться моей повесткой дня. Давайте я теперь опять наберу повестку дня AOA. И пока ничего не произошло. Ну, якобы ничего не произошло. А почему не произошло? А потому что нету никаких пометок. Ну что ж, давайте пойдем попробуем сделать немножко по-другому. А давайте-ка мы пока закроем, потому что я кое-что уже вижу. И сделаем так. Пробел А, О, А. То есть не то. Не то. Когда начинаешь думать, все сбивается. Пробел А, О, О. И возьмем, нажмем буквочку N. Смотрите, мы нажали N.
И вот у меня здесь есть тода. И вот тода global, да, оно отобразилось. Давайте-ка еще раз, чтобы вы поняли. Теперь все тода, которые, когда вы в файле добавили, и если есть тода, да, то вы никогда его не потеряете. Главное, чтобы файл был добавлен в повестку дня. Вы можете посмотреть в интернет, там можно пути прописать. В общем, тут каждый как может. Я даю самый простой вариант. А теперь давайте опять наберем. Пробел А, то есть agenda, open, и open, значит, открыть меню. Нас интересует на данный момент две буквы. А – это вот тот календарь, и N agenda and all todos, то есть все тода. Еще здесь есть куча вариантов, это уже будете разбираться по ходу. Сейчас я покажу, как это дело упростить. И вот мы нажимаем буквочку N и очень интересным образом переходим. Давайте этот файл пока закроем. И переходим. Мы не знаем, где он уже, может даже. Пожалуйста, он у нас открылся. Все. Давайте-ка попробуем вот здесь записать тоже то, да? И написать добавление в повестку. Так, здесь нам не надо. Значит, что я делаю сейчас? Escape. Перехожу вниз файла, потому что там у нас аджента. Вот она аджента, да? Давайте даже здесь будем пунктуальными. Нам надо перейти на строку. Убираем мышь, да, ребят? То есть берем G. И пошли сюда. Пишем, чтобы пробел нажимаем О, отделаем немножко, то есть и берем то, да. Кстати, почитайте руководство, я вам дам. Там можно и все это клавишами вставлять. Это я пока пишу, чтобы вы видели, что происходит. И клавиши пишу. Запятая. Все. Значит, давайте-ка сделаем теперь по-другому. Вам надо. А, ну сейчас мы до этого дойдем. Сохраняю. Могу закрыть. Вообще не буду закрывать. Пусть будет. А, закрою. Давайте-ка я FF, совершенно любой файл открою. Тест, да? У меня и был открыт. А, это наш тест, да. Это уже не тот файл. Здесь в тесте я уберу все тода. Он же не добавлен, там тода есть, видите, он не виден. А, ну, в принципе, нам без разницы, не надо убирать. Он же не добавлен в повестку. Теперь я нажимаю пробел АОО и нажимаю N. Отлично, смотрите, два тода, если я себе что-то запланировал, они появились. Я перейду прямо на то, которое мне надо. И вот, пожалуйста, agenda file to front. Значит, вот что я вам рекомендую сейчас прямо сделать. Это то, что я добавляю в файл настроек. Поэтому давайте-ка мы создадим еще один файл. Создавайте где хотите. То есть вы можете набрать одной командой, например. Яндекс.Диск установить Linux. И вы точно найдете. И тут вот прямо скопировали, одной командой поставили. Все. И у вас появится директория. Туда я как раз журнал. Я то на Git. Ну, я разные варианты пробую. Просто на Яндекс.Диск без интернета он будет работать, потом синхронизируется, никуда ничего у вас тогда не утеряется. А там
Текст это очень мало места занимает. Я здесь создал SpaceMax, Орг, вот тут у нас журнал, и тут я еще добавлю папку в заметки. Заметки. И вот давайте мы Emacs создадим файл. Значит, я беру FF. А, у меня русская клавиатура. Я говорю, переключайтесь на Ctrl, как мы раньше говорили, Ctrl и черта. Вот так. Тогда она будет работать все внутри клавиши. Значит, Ctrl FF. Значит, мне надо теперь Яндекс.Диск. Агат. Яндекс.Диск. Перехожу. Вот теперь Дирит, где мы создавали Space Max, Орг, заметки. Отлично. Теперь я могу что сделать? Ну, самый простой способ создать, опять нажать Орг FF. И введу сейчас. Так, стоп. Я тут отрывался, поэтому придется пока закрыть. Расширение Орг. Теперь я его сразу сохраню. И вот здесь мы вверху сразу нажимаем и пишем. Большую звездочку ставим, пишем Тода. И здесь сразу пишем те команды, которые мне нужнее всего сейчас. Они будут меняться. И все. Теперь и закрыли. Потому что одно дело, мы с вами настраиваем сейчас файл настроек. Поэтому, что вы делаете теперь? Забыли что-то. AOON. Так, надо напомнить. А, мышь, видите, нету. А чего нету? Вы уже должны ответить. А потому что мы не добавили. Правильно. Значит, что надо этот файл сделать? Добавить. Нажимаем. Это я закрою. Для порядка. Нажимаем. Не то закрыл, но фигня, ладно. Ctrl FF. Смотрим, должен наш файл, пока нигде его нету. Значит, Яндекс.Диск, SpaceMax, Орг, заметки, открываю. Теперь что мне надо нажать? Запятую и скобочку. Вот теперь он добавлен. Теперь я его могу смело закрыть. Ну, давайте я открою сейчас какое-то новое окно. Здесь найду какой-то другой файл. Пусть это будет... Вот другой вообще. Да вот так. Ctrl-X 0. Теперь закрою. Итак, я работаю. Чего-то забыл. Нажимаю. AOON. Пожалуйста. Те команды, которые... И смотрю. Это один вариант для работы. То есть здесь я могу уже что вписать, то, что вот впишите, да, работа будете накапливать с адженды, допустим, файл, то фронт добавить, сочетание клавиш.
там Сергей Филькин напишет, допустим, те команды, которые сейчас он работает там в СВИМ. То есть все должно быть под рукой. Теперь давайте оживлять. У нас же есть разные даты. Перейдем-ка мы опять Ctrl-F, F к нашему гайду. Гайду у меня он вот здесь. Bookmarks Guide. Перейдем вниз. И здесь у нас идет Org Roam. Да, мы далее будем. То есть сейчас мы занимаемся тем, чтобы нам было удобно выполнять заметки. А потом будем работать с Org Roaming'ом. Иными словами, чтобы можно было делать вики, там, ну, много чего. Ага. А вот здесь мы откроем, нам надо помощь, документация, чтобы вы уже знали. Открываем слой Org. Так, пооткрывано. Ну, что-то мне тут надо было, поэтому закрывать не буду. Что-то вам хотел сказать, поэтому и открыл. Здесь у нас есть журнал, мы его сейчас создадим. Но вот пока до журнала, вот видим, да, вверху. Добавление времени. Сейчас мы поймем. Запятая ДТ. Вот значит, что мы делаем сейчас? Скопировали. Открываем. И нам надо какой файл открыть сейчас? Перейдем сюда. Откроем АОО. Откроем N. Дальше наберем О и напишем времени. Тут будет у вас много всего. Не так надо было поставить. Вот так. Сейчас мы отредактируем. Теперь Home. Нажмем и две звездочки поставим. Так, а вот это можно уже смело удалить. Сохраним. А теперь давайте пойдем опять, где мы были. Уже должен Ctrl-BB наш, предыдущие файлы должны быть открыты. Мы посмотрим, да, по крайней мере, вот уже гайд. Гайд. Гайд откроем. И давайте планировать. Org RAM. Так, мы же оставляем, ребят, само при уроках дурацкая привычка. Поэтому говорю, берем планшет и там бомбим. И вот теперь нам надо добавление времени, да, если забыли, идем туда, но пока напоминаю. Запятая ДТ. И будем смотреть, что будет происходить. Запятая. Ой, сначала же надо... Стоп, все правильно. Этот файл у нас добавлен? Добавлен. Вот тут у нас стоит курсор. Запятая. Нажимаем D. Вот поищите пока, если хотите, остановите. D. И вот здесь T. Org Timestamp. И вот у нас появилось 10, 11, 12. Даю вам, чтобы покопаться, разобраться, как с календаром без клавиш. Надо что-то вам оставить. Я стою на, до 12 убрать. Вот у меня суббота. Вот поэтому я и говорил, что вот сейчас не очень удобно редактировать. Поэтому сейчас пока что я сделаю, ребят, уберу, чтобы это пока сохраню, потому что где-то время надо дописать. А вот эту функцию, пока FED, сейчас. FED, это я .file. Мне надо user config.
И мне надо что? Org settings. Мне надо вот этот вот маркер закомментировать. Home. Теперь я его комментирую. Мне не надо, чтобы это. А вот эту строку саму себе запоминаю. То есть мне понадобится иногда посмотреть, org hide, маркеры прятать или нет. Поэтому что я делаю сейчас? Копирую. Ю-ю. Все, скопировал. Я могу этот файл смело закрыть. Теперь открываю буфер. Пробел BB. Захожу. Кстати, у меня должны быть ноты мои. Да? Мне не надо обязательно, когда я забуду. Ноты, моя папочка должна тут тоже быть. Где-то мы ее, если открывали в этом, вот она, да. И сюда добавляю. Все пишите, ребят. Особенно в программировании. Значит, убрать, добавить маркеры. Потом маркеры. Все. Теперь сразу проверим, пока сохранил. Запоминаем org hide emp. В общем-то, оно будет перед носом. Нажимаю два пробела и набираю org hide. И вот hide, значит, значит, вот он. Значит, org hide block toggle. Так, не то. Сейчас попробуем найти. Странно. Так, стоп. Я пока перезагружу. Сработало, то есть я теперь вижу, удобно редактировать, да? Теперь давайте посмотрим. Да, удобно редактировать, все стало, да? Вот вижу, что, видите, звездочки появились. Теперь давайте-ка попробуем. Так. Два пробела. Так. Еще лучший вариант. А второй вы уже сами будете искать. В принципе, если ввести toggle space dog mod, то, в принципе, мы его находим в исходном коде. И видим, что по умолчанию они отключены. Но я сейчас не буду вам голову дурить этим. Пока не до этого, да. И тем более, пока мы не окунались в этот язык. Но, грубо говоря, нажимаем запятую. Дальше T, и мы видим space, то есть V большая, и они скрываются. Давайте мы сейчас посмотрим, а как показать, это надо либо функцию писать, либо вторую команду вытаскивать. В любом случае мы здесь можем это пометить, да? Так. Два файла. Еще раз. Запятая. Т. В. Видны. Ну, в общем, посмотрите. Ладно. Можно не заморачиваться, а пока оставить
Давайте активируем опять эту функцию. Так, где она у нас? И перезагрузим. Ладно, надо уже идти к концу. Ну, чтоб варианты знали. Значит, этот файл не надо. Значит, открываем нашу уже и забыл, какой мы там файл открывали. Ну, любой сейчас откроем, пока для примера. Потом у вас будет. Так. Так, не то. Storage Dev Hackers пока. А. Не, мы Яндекс.Диск открывали, по-моему. Ну, даже если это и не так. SpaceMax.org, заметки, пусть будет. Здесь будем делать. Тогда уже. Давайте-ка вставим время. ДТ 12. Вот единственное, вот при этом неудобно показать, надо будет все-таки прописывать функцию, потому что если мы захотим редактировать время, то оно будет за пределами. А почему? Потому что вот этой скобочки не хватает, да, поэтому надо будет разобраться, показывать, удалять. А вот сейчас, пока мы убрали вот эту скобочку вторую, то можем вписать 2020 и поставить. И оно опять скроется. Все. А теперь еще поставим меточку сюда. Schedule. У нас оно тут пишется. Так, не, наверное, не с того начал. Нет, все с того. С H, все правильно. Должно оно. Вроде бы правильно сделал. Ну, вообще очень странно, что оно у меня сейчас подсказка не сработала. Без метки тоже будет работать. Сохраним. Откроем совершенно любой файл. Ну, давайте. SpaceMax.org. Да, вот здесь где-нибудь откроем. Все, чтобы мы далеко от того. Теперь берем AOO и нажимаем A. И смотрите, чудесным образом у нас появилась NOS 2020. Переходим в запись, то есть ничего уже не утеряется. И прямо на эту запись перешли. Мы можем добавлять кучу записей, но вы еще можете сделать круче. Мы даже сейчас можем уже начать это делать круче. Супер адженда. Мы можем установить супер адженду, и будет тут в чем смысл. Вот обычная наша, а вот супер адженда. Иными словами, мы здесь нам предлагают они группы назначить. Например, занятия в школе Dev Hackers, занятия Python, занятия C++, там домашние дела. То есть вообще по группам.
Установка очень простая, и тут куча настроек. Сейчас разбираться не буду, еще не ставил. Но поставить мы ее сейчас сразу уже поставим, конечно. Команд здесь не так много. Есть хороший пример. Поставить как? Org Super Agenda добавить файл и подключить. Я уже сделал, поэтому покажу, вы просто это все сделаете. FED. Дальше набираем Ctrl SS additional passages. И здесь добавляем, вон у меня добавлено, орг суперагента. Удаляю, сохранил. И в user config, да? Ctrl S, то есть пробел SS. Вот он внизу. Добавляем тоже Agenda. Вот она у меня, да? Убираю. Сохраняю. Нажимаю пробел QR. Перезагружаю. Устанавливаются пакеты. Это я вам просто показываю, что можно улучшить намного, а это важно. Вариантов, ребят, здесь каждый делает кто как гораст. Да, кому что в принципе надо. Давайте попробуем нашу повестку. Во-первых, проверим, есть ли она у нас. Так. Супер Agenda. Да, есть она. Enable. Потом надо будет подключить на постоянной основе. Хук добавить. Посмотрим. Теперь. АОО. А. Стоп. Значит, ее надо донастраивать будет. Гайд наш Тода. Давайте посмотрим гайд. Мы с вами время здесь где-то ставили, да, видите, и то сработало. А если доставим сейчас еще так, нам надо редактировать. Так, что я делаю? Редактировать. Удалим первый символ. Вот, удалили, получается, ну, можно и так. Давайте суббота, сейчас, ну пусть это будет 15:25. И вот, чтобы интересно было, все, можем ставить вот этот значок, скобочку, да, поняли какой. И давайте еще один программинг. Вот тут наберем 2020. Уже ручками сейчас наберем. 08.12. Суббота. Так. Суббота. Можно на иностранном набирать. Пусть это будет 16:30 и закрываем, сохраняем. А что это я? А, ну ничего, пусть это будет. Даже без этого schedule будет работать. Теперь давайте-ка мы
запустим нашу адженту, АОО. Но мы могли вообще, сейчас N нажмем, закроем, да, и видим, появилось расписание. Смотрите, 15:25, суббота, 16:30, 20:20, супер. Так тут еще можно закрывать, чтобы автоматом то, что выполнено, помечать. Ребят, тут вам работа, ой-ой-ой. Хорошо, Ctrl-X 0, теперь я возьму так, пробел АОА, сразу расписание, да? Единственное, я тода не вижу своих, да? Поэтому сейчас убираю это, когда мне тода надо. Поэтому что я делаю? Это я сейчас уберу, Ctrl-X 0, АОО. И N нажму. Вот сейчас мои тода появились. В общем-то, ребят, больше ничего не утеряется. Никогда. И все, что вы будете делать, тут можно переносить. На самом деле, пока я на этом закончу, дальше продолжим. Открываем сейчас орг. Иными словами, да, хотел дать две ссылки. В общем-то, наберете, как вообще орг-режим, куча здесь мануалов, найдете свой, да. А пока мы с вами набираем SpaceMax орг и находим орг. Следующий у нас журнал будет, уже в следующем видео. Ну, длинноватое получилось, ничего не сделаешь. И вниз. И здесь вы найдете для себя нужные клавиши. Все они вам навряд ли понадобятся. Орг-мод. Да, смотрите. Здесь просто надо посидеть и пощелкать по ним. Потому что вариантов очень много. Застрявшие проекты, то есть то, что просрочено, встречается в файлах повестки. Ну, давайте хоть чего-то. Перейти во входящий, ну это, обновить фид, организационные часы отменить. Ой, тут столько настроек, и с ним работать, будете профессионально. Переносить чего-то там. Ну, в общем-то, сами уже попробуйте. Ну, давайте попробуем вот это АО и косая черта. Так. Так, мы должны, наверное, в повестку были войти. Дальше давайте посмотрим. Нет, пробел, все правильно. Ну да, встречается. Все правильно, я просто не то нажал. Ну, уже долго видео это пишу. Пробел. Косая черта. Отлично. Смотрим. Парен, что-то надо достраивать. Попробуем. Самые... О, пошло. Только вот тут надо что-то будет. Самые первые... То, до. Отлично. Видим, да, встречается. Пошел поиск. То есть, давайте-ка посмотрим... Орг. Ну, поняли, да, супер. Вот здесь надо будет чего-то поправлять тогда. Это надо сразу. Что делать? Переключаться. Давайте-ка мы Варнингс. Ох, переключил. Месседж. Сейчас не буду уже разбираться. Но есть какие-то исключения, то есть надо будет разбираться. Ага, Helm. Org show entry. В общем-то, надо разбираться.
с этим донастраивать. То есть работы много, да. Но если настроите, а все обязательно получится, то потом выберите себе функции и будете просто кайф ловить. В общем, поняли, да? А это надо просто искать. Чего-то недоустановлено, чего-то не активировано. Сохранить все.